приключений, путешествий. Очередная вот посылочка получил сегодня. Я по трек номеру пробил. Пробил уже, что здесь? Нифига себе, еще в целлофанке такой. Такой подсумочек себе заказал. Китайцы, как всегда, понапишут. Я думал, она побольше немножко, конечно. Это сумочка. Но она объемистая. Вот, видите, какая. Система Молли. Кстати, вот тоже бирочка. Кнопки что-то говорили. Жестковато говорили. Ну, чё? Для патча есть вот мякушка. Здесь также вот система моль. Там разные цвета есть. Я вот именно вот этот вот заказал. Тан он, по-моему, на английском. Вот здесь еще один отсек есть на резиночке. Прошито так хорошо, прочно. Что здесь написали-то хоть китайцы? 1000 ден. Ну, достаточно такая прочная. Ну, хоть уже не звенелки тут висят. Уже радует. Как всегда, откуда заказывал, в описании внизу там прокрутите. Ну, все равно для такого, по-моему, подсумка дороговато. Вот так оно смотрится на рюкзачке. Свет, конечно, немножко отличается. Но я больше боялся за систему моли. Китайцы любят что-нибудь намутить. Забыл пару слов сказать про размеры. Размеры, в принципе, на сайте можете посмотреть, там написано, ну, все-таки, ну, где-то вот 13. Ширина 5-6 где-то сантиметров. 6 даже скорее. В принципе, я когда у меня эта фантазия трудно работает с размерами, чтобы представить, например, какая печка, щепочница должна или еще что-то, я просто из газеты сворачиваю квадратик и приблизительно смотрю, какой мне размер выбрать. То есть там, например, на выбор, если есть какие-то размеры, ну вот можете как бы посмотреть это, может, под какой-то девайсик. Я вот тут на вот поясной вот этот как бы крепление решил его повесить. Здесь будет какая-то, может, мелочевка. Там еще для сотки идет боксик для экшн-камеры. Ну все, ждем следующих посылок. Подписываемся на канал, кто не подписан. Всем пока.